дорогие друзья, всем привет! Сегодня 9 августа. Ночная смена с 9 августа по 10. Время 9 часов вечера. Темно. Сегодня потемнело гораздо раньше, потому что тучи. Но погода вроде бы позволяет работать. Значит, будем работать. Так, настроили. Ну, погнали. Медлить некогда. До рассвета хотел бы я успеть закончить эту сторону поля и переехать на другую. Вот. Будем стараться изо всех сил, но я думаю, успеем. А так, все нормально, добрались и теперь начинаем работать. Больше я не знаю, что вам сказать, что еще показать. Итак, друзья, закончена загоночка эта. Половина поля обработана, остается где-то еще на полторы смены. Вот сейчас вот я пройду вот этот участок в одну сторону и поеду на вторую часть поля, как я разрезал по диагонали, точнее не по диагонали, а немножко кривовато с угла начал, но на угол я не попал, потому что бугры, и разрезать с угла на угол не получилось, немножко сместился. Но эту часть, которую сейчас я обработал, получилось больше, чем та часть, которая осталась. То есть остается, если все нормально, на полторы смены. Вот. Сегодня поработаю, и завтра, я думаю, надо заканчивать завтра ночью. Но как поведет себя техника и как поведет себя погода. Потому что там вон в углу сверкало и потихоньку ушло сюда. Но пока что вроде только ветер, а дождя не предвещается вроде бы. Вот и работаем в темпе, без перекуров, без передыхов. Время уже 12 часов ночи. Полночь. Итак, друзья, время 5:32. Восход. Сегодня будет полноценный восход. Облака разбежались к самому утру. Вот, и на улице стало прекрасно, красиво. А мы работаем. Остается работать нам еще 2 часа. И отправляемся домой. Что-то я сегодня устал, что-то очень сильно. Приеду домой и отключусь, наверное, как убитый. Время пол восьмого на сегодня, на сегодняшнюю смену ночную. Все почистил культиватор и отправляюсь домой. Ролик получился коротким, и соответственно еще следующую ночную смену я прикреплю сюда, то есть после этого вы увидите сегодняшнюю уже ночную смену с 10 по 11 августа. Вот, короче говоря, отправляемся мы домой. Все нормально, без поломок, без происшествий. Осталось тут не особо-то и много. Думаю, часиков до 4 дня я справлюсь. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем, добавляемся в друзья. И начинаем смотреть уже сегодняшнюю ночную смену. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас 10 августа. Продолжаем наш ролик. Ночная смена 4. Вот. Но полноценная это только 3-я ночная смена. Первая смена у меня не удалась, так как к полуночи, через 4 часа после работы, у меня потекла помпа, с предыдущих роликов видели. То есть получается 3,5 смены только отработан. Вот, короче, едем. Сегодня надо завершать по предварительным оценкам. Конечно, тяжело судить, когда гон у тебя с каждым кругом либо увеличивается, либо уменьшается. Это
получается за счет того, что работаем под углом и параллельно какой-либо из сторон, а под углом, по диагонали, то есть. И получается, сейчас у меня начинается гон с каждым кругом сужаться, ой, точнее, уменьшаться. Но по предварительным данным, думаю, к 4 часам ночи где-нибудь я должен закончить. Ну а на самом деле, как пойдет дело. Буквально за какие-то 30 минут набегают какие-то вот тучи спереди. Нехорошие. Дадут ли они мне работать, но по прогнозу пока что вроде бы дождя не предвещается раньше, чем в воскресенье. А это еще 3 дня. Так что будем работать. А дальше у нас еще впереди после культивации. Обработали мы нут препаратом, чтобы высушить и убирать напрямую. Сейчас сохнет. Вчера попробовали, вроде сыровато. Так что завтра, послезавтра уже нужно выезжать, убирать нут. Но там у нас 120-140 гектар. Не особо-то и много, но дня 3-4 придется повозиться. И то, если позволит погода. Будем надеяться. И нужно убрать его. Чем быстрее, тем лучше, так как цену за него сейчас дают 41 рубль с места. То есть это неплохой показатель. А как там дальше будет? Не знаю, как начнут все убирать, как обычно, цену сбрасывают. Поживем, увидим, короче. Итак, друзья, в 5 минутах я езды от поля. И, в общем, тут так грозно выглядит все на небе. С той стороны темно-темно. С этой светло, и вон то облако такое как бы закручивается, масса такая воздушная. Один раз было такое у нас облако год два назад, прошел просто сильнейший ураган, крыша посрывала, но надеемся в этот раз, что пройдет стороной, потому что воздушная масса вверху, он закручивается, такое большое облако, и идет дождь. Где-то километров 5, может быть, от нас резко темнеет, но надеемся, что нас обойдет и даст мне закончить поле. И тогда уже потом пройдет дождь, очень будет хорошо, и через недельки полторы можно будет сеять озимую пшеницу. Короче говоря, начал крапать дождь. Доезжаю я вот до конца загонки, и он все усиливается и усиливается. Ветер дует на нас, облака идут все на нас, и, наверное, обратно я уже не доеду. Смотрите, как резко начинает усиливаться. И такая вот заварушка. Сейчас посмотрим дальше, как поведет себя погода, но, наверное, на сегодня так быстро заканчивается рабочий день. Вот за что я не люблю дожди, когда есть на улице пыль. Просто, блин, навстречу. Друзья, всем привет! Сегодня 9 августа. Ночная смена с 9 августа по 10. Время 9 часов вечера. Темно. Сегодня потемнело гораздо раньше, потому что тучи. Но погода вроде бы позволяет работать. Значит, будем работать. Так, так, настроили. Ну, погнали. Медлить некогда. До рассвета хотел бы я успеть закончить эту сторону поля и переехать на другую. Вот, будем стараться изо всех сил, но я думаю, успеем. А так, все нормально, добрались, и теперь начинаем работать. Больше я не знаю, что вам сказать, что еще показать.
вся закончена, загоночка эта. И получилось, что больше половина поля обработана. Остается где-то еще на полторы смены. Вот сейчас вот я пройду вот этот участок в одну сторону и поеду на вторую часть поля, как я разрезал по диагонали. Точнее, не по диагонали, а немножко кривовато. С угла начал, но на угол я не попал, потому что бугры и разрезать с угла. Друзья, всем привет! Сегодня 9 августа. Ночная смена с 9 августа по 10. Время 9 часов вечера. Темно. Сегодня потемнело гораздо раньше, потому что тучи. Но погода вроде бы позволяет работать. Значит, будем работать. Так, так, настроили. Ну, погнали. Медлить некогда. До рассвета хотел бы я успеть закончить эту сторону поля и переехать на другую. Вот, будем стараться изо всех сил, но я думаю, успеем. А так, все нормально, добрались и теперь начинаем работать. Больше я не знаю, что вам сказать, что еще показать. Итак, друзья, закончена загоночка эта. И получилось, что больше половина поля обработана, остается где-то еще на полторы смены. Вот сейчас вот я пройду вот этот участок в одну сторону и поеду на вторую часть поля, как я разрезал по диагонали. Точнее, не по диагонали, а немножко кривовато. С угла начал, но на угол я не попал, потому что бугры, и разрезать с угла на угол не получилось. Немножко сместился, но эту часть, которую сейчас я обработал, получилась больше, чем та часть, которая осталась. То есть остается, если все нормально, на полторы смены. Вот. Сегодня поработаю, и завтра, я думаю, надо заканчивать завтра ночью. Но как поведет себя техника и как поведет себя погода. Потому что там он на углу сверкало. Потихоньку ушло сюда, но пока что вроде только ветер, а дождя не предвещается вроде бы. Вот и работаем в темпе, без перекуров, без передыхов. Время уже 12 часов ночи. Полночь. Итак, друзья, время 5:32. Восход. Сегодня будет полноценный восход. Облака разбежались к самому утру. И на улице стало прекрасно, красиво. А мы работаем. Остается работать нам еще 2 часа. И отправляемся домой. Что-то я сегодня устал, что-то очень сильно. Приеду домой и отключусь, наверное, как убитый. Время 7:30 на сегодня, на сегодняшнюю смену ночную. Все, почистил культиватор и отправляюсь домой. Ролик получился коротким и, соответственно, еще с... Друзья, всем привет! Сегодня 9 августа. Ночная смена с 9 августа по 10. Время 9 часов вечера. Темно. Сегодня потемнело гораздо раньше, потому что тучи. Но погода вроде бы позволяет работать. Значит, будем работать. Так, так, настроили. Ну, погнали.
медлить некогда. До рассвета хотел бы я успеть закончить эту сторону поля.